Доброго времени суток всем моим подписчикам и тем, кто подписывается. Сегодня у нас на обзоре очередная посылочка из Китая. Вот такая вот большая коробка. В ней должны быть наушники. Заказывал еще месяц назад, и вот наконец-то они пришли. Сегодня забрал с почты. Открываем, смотрим. Наушники с микрофоном заказывал для компьютера, чтобы когда работаешь за компьютером, можно было музыку послушать, никто не отвлекал. А если звонят в Skype, тут же был микрофон, чтобы можно было связаться по микрофону. Так, вот так вот запаковали все хорошо в коробочку. А дальше наушники идут без какой-либо фирменной упаковки. Отдельно лежит просто пупырка. О, кстати, уникальный случай. Пупырочка пришла целенькая, не полопанная еще. Можно будет понахождаться. Вот. Обычно замотают пупырку, и она по дороге вся уже полопается. Вот, может, он специально положил, чтобы я все свои расстройства по поводу посылок... Коробочку уберем. Чтобы свои расстройства по поводу посылок мог успокоить, полопав пупырочку. Значит, вот такие вот наушнички. KinBass фирма. Вот. С микрофончиком вот таким вот. Ссылочку дам под видео, если еще она активна. Вот. Ну, немножко кривые. Вот. Макушечка такая вот сверху, как бы сделанная под кожу, на самом деле кожзам. Вот. Провод в тканевой обмотке. Вот. Должно быть 1.5 метра. Регулятор громкости. Ну и два штекера джек 3.5. Один для микрофона, второй для наушников. Так, вот это для наушников, судя по значкам. Вот это для микрофона. Вот. Есть у меня плеер мой. Сейчас проверим, работают ли наушнички и как они звучат. Так, что-нибудь включим. О, ну я уже слышу, играет музычка. Так, где здесь правая, где левая? Ну, пластик такой себе, я вам скажу. Ага, здесь есть маркировочка. Правая, левая. Ну, наушники играют громко. Вот. Вакуум создается, в принципе. Ваше ушко полностью падает вот сюда. Вот. И получается, мякушечка обволакивает ухо. И посторонние звуки не попадают, по крайней мере. В принципе, наушники еще можно регулировать под разные размеры головы. Вот. Но качество, конечно. Ну, а что вы хотели, в принципе, за $10? Вот. Качество можно было бы и лучше, потому что все, в принципе, вот телепается. Остатки клея, видно ли вам, я не знаю. Вот. Все так громко репит, хрустит. Ну, в общем, китайские наушнички. Получше, конечно, чем те, что я заказывал маме вместе с аудиодисками. Погромче играют, качественнее воспроизводят. Протестирую еще микрофончик, если кому интересно, сниму видео. Ну, в принципе, о чем тут снимать видео, я еще пока не знаю. Вот. Ну, ждем дальше, еще будут посылочки. В скором времени сделаю обзоры телефончиков, которые заказывал. Вот. Спасибо, что подписываетесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам не нравится. Пишите ваши отзывы, комментарии. До новых посылок.